Jedyne się wygrywa. I don't know, I'm looking for something that's short. Is it possible in the beginning levels of bhakti, when our hearts are not purified yet, to develop relationships with a spiritual master without being emotionally attached to him? Because I often notice that such an attachment helps devotees to remain alive and active in the spiritual practice. А еще один вопрос, пожалуйста, послушайте внимательно. Возможно ли на начальных уровнях бхакти, то есть когда наши сердца еще не полностью очистились, развивать отношения с духовным учителем без эмоциональной привязанности к нему? Потому что я часто замечаю, что такого рода эмоциональная привязанность к духовному учителю помогает преданным оставаться живым в духовной жизни и активным в своей духовной деятельности, в духовной практике. Понятен вопрос, да? То есть можно ли развивать отношения с духовным учителем на начальных ступенях бхакти без чувства эмоциональной привязанности к нему? 3 минуты. Huh?